Бонька ее разорвет. И свой телефон покорябала. Ты снимаешь? Что? Да! Быстрее в комнату заходи. Что с ней происходит? Здравствуйте. Как дела? Нормально. Нормально? Тест как написали? Математика вот так, французский так. Почему? Что французский? Тебе не нравится французский? У тебя математика как? Фио! Нормально? Фио! Ух! Фига! Почему тебе не нравится французский? Не знаю, я не понимаю. А ты французский понимаешь? Ну да. Да? Смотрите, что здесь Маргарита повесила себе на дверь. Это чтоб никто не заходил? Никто этого. Это Хэллоуин? Это Маргарита в школе. В школу делала, когда они проходили. Так она реагирует на кису. На кису, когда видит кису. Киса? Угу. Где киса? Где? А ты хочешь еще кошку завести? Да. Знаешь, что будет с этой кошкой? Тот. Да. Бонька ее разорвет. Нельзя, Бонь. Нельзя. Нельзя. Что ты злишься? Иди ко мне, моя девочка. Иди ко мне, моя принцесса. Она вчера убежала. Я только недавно ее похвалила, что она у нас больше не убегает за двор. Она вчера убежала. Поэтому я теперь опять боюсь ее отпускать. Бонь, я тебя боюсь отпускать. У нас сегодня погодка хорошая. Кто там? У Макса сегодня опять температура была? Мама, в садик не пошел? Она тебе потрогала. Привет. Твою голову. Привет. Нет, не горячая у тебя голова. Сегодня утром. У папы горло болит? У меня тоже горло болит. Да? Ну все, вирус пойдет. Ну что? Вверху, это мальчик очень наверх. Это мягко так вот. Потому а что ты ешь? Мама. Нет, баночку. Мама. Мама, Маргарита. Они сегодня играют в тесла. Там эти мальчики. Мячик наверх. Потом мама ко мне так и все так. Как дела? Хорошо. Хорошо? Как дела в школе? Вот она, Каролина, теперь носит шапочку Ксюшину. Бонь, ты что с тобой? Ты тоже заболела, что ли? Она у нас ходит, кашляет. Что такое? Мама, как-то странно она себя ведет. Да, наклеила тебе стекло на телефон, и ты свой телефон покорябала. Да, стеклышко свое где? Это папин? Я наклеила тебе стекло, но у тебя поцарапан еще хуже, чем у меня. Да, вот смотри, вот тут, а прям видишь, вот тут полоски. Вот они, видишь, вот тут полоска, тут полоска. В общем, когда стекла нет, видно, вот видишь, что-то вот. Да. Вот тут. Он не треснутый. Представляете, мы еще доедаем шоколад с маршмеллоу. Но он не испортился, он не портится. Это шоколад, как бы, и маршмеллоу, там ничего страшного. Ну-ка. Она опять застыла, я же только расплавила. Мы собираемся в школу. Я решила одеть вот эту футболочку, которую я покрасила сама. Ты всем одноклассникам футболки отдала? Не, мальчику. Ну, им понравилось? А? Понравилось? Они посмотрели? Краску закажи, я хочу. Закажу краску, да, зеленую закажу. Неоновую зеленую. Неоновый. Вот так, как у тебя на шапке. Человечек. В траве сидел кузнечик. И будет Ксюша кузнечик. Совсем как огуречек. Зелененький он был. Пока. Ты второй из пяти. Молодец. Круто. Бонь, гулять пойдем? Давай, показывай. А почему у куклы во рту карандаш? Каролина. Как это нет уроков? У тебя есть уроки. Нужно делать. Вот это? Ты уже написала? Я сейчас хочу убрать вот здесь вот листья. Очень сильно все осыпалось. Вот уже все. Осень.
дает о себе знать. Видите, сколько листьев. Сейчас буду убирать. Уже более-менее чистенько и аккуратненько, как я уже говорила где-то, что нужно обязательно следить за своим двориком, чтобы было чисто. Будут еще падать, но все равно вид должен быть. Вон сколько листьев. Еще вот эти вот будут все опадать, кусты. Вот, должно быть чисто во дворе. Когда мы будем заходить внутри, я этого не понимаю. Так, мы отсняли уже видео только что. Маргарита сейчас будет собираться на гимнастику. И она мне говорит, что ей придется макияж снять. Смыть. Потому что не разрешают. На гимнастику краситься почему-то, не знаю. Хотя, помнишь, когда выступают гимнастки на концерте? Ну, да. Они же красятся. Ну, я ей стрелочки нарисовала. Вон, закрой. Стрелочки. Здесь, по-моему, вообще даже на выступление даже нельзя краситься. Вообще. А в школу можно красить? Нет. Тоже нельзя. Все, убирай все. Можно сейчас начинать одеваться. Ой, у меня болит до сих пор, блин, Маргарита. Ой, мне Маргарита почку отбила своей попой. Мы снимали с ней этот видео. Где это видео? Ой, ну сейчас здесь. А ты посмотри это в твоих подписках, я же есть. Вот, вот это. Я не успела подпрыгнуть, я хотела тоже подпрыгнуть. И ты мне прям в бок своей попой со всей силы. Это было очень больно. Потому что я села, я не хотела, чтобы ты меня отсюда. Ты испугалась, что я могу тебя сильно откинуть. А я не успела даже подпрыгнуть, как она прыгнула, и мне прям в бок. Это было реально больно. Это было на несколько секунд, у меня прям аж онемело все. Все, пока. Да. Во сколько придешь? Полседьмого. Только сразу домой, потому что я знаю. Восьмого. Я знаю, тебя будут там на улице ждать. Восьмого. Сразу домой. Я всегда иду сразу домой. Давай, молодец. Пока. Потому что будет темно уже. Я должна еще учить для теста. У меня горло болит. Когда я глотаю, очень сильно болит. Потому что мне завтра тест. Не сматывает. Надо выучить это. Ты тут. Все, я посмотрела видео. Я как-то не хочу учить. Wirklich zur Schule gehen? Komm doch mit mir. Krass, ein goldener Schlüssel. Oh mein Gott. Смотрите лицо у них. Ugly, ugly. Тири-ри, тири. Что ты снимаешь? Ты снимаешь, что? Да! Уже 8 минут. Еще одно видео посмотрим, а потом еще раз, потом опять видео. Как дела? Шалан нихт мир гизехен. Опа-то, опа, опа, опа. Я пришла из гимнастики и сейчас учусь для теста завтра. У меня завтра два. По немецкому и по английскому. Потом во вторник у меня еще
французский. Дроби проходите? Угу. Что-то у меня никак не получается. Это 4, 0, 5. Вот. Все, получается? Ну да. Теперь это... 5. Вот так не летит. Давай, 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 опа! Давай, нет, она опять поймала! Я сейчас сделаю быстренько лаваш с яйцом, с сыром и с колбаской. Покушаем круассанчики. Я лаваш буду делать с яйцом и с сыром и с колбаской. Угу. Макс, не висни на мне, пожалуйста. Как обезьянка целый день на мне. Я только где-нибудь присяду, он сверху. Я где-нибудь встану, он сверху. Ты обезьянка моя? Да. Да, Макс, мне тяжело. Ты уже не маленький, такой тяжелый. Идите играйте. Лаваш большой сильно, в сковородку не помещается. Большой лаваш. Большой. Ей! Она не прилипает. Она не прилипает, она не прилипает. Ё-моё! Почему? Наверное, нужно было без молока. Я обычно делаю без молока, сегодня добавила молоко. Наверное, не нужно было. Не нужно было добавлять молочко. На сегодня закончилась еда. Завтра мы поедем за продуктами, потому что смотрите, что у нас вообще ничего нет. Завтра, да, есть школа, последний день, завтра пятница. И поеду я утром в магазин съезжу с папой. А потом суббота, воскресенье. Что ты делаешь? А? Что ты хочешь? Я не знаю пароль. Пароль я не знаю. Пароль. Я забыла пароль. Где мячик? Бонни, где мячик? Смотри, смотри. Давай, 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 где мяч? Смотри, что она делает. Он достать хочет. Давай, давай, доставай, доставай. Где мяч? Где шарик? Где шарик? Смотри, что она делает. Ай, Вонь. Копай, копай. Устала. Не копается, Вонь. Не копается, да? Устала. Копай, копай, давай. Копай. Давай, Вонь. О, все, она нашла дырку. Она нашла. Она нашла. Где мячик? Где шарик? Опа! Все! А, нету шарика, лопнул, Бонь. Где шарик? Где шарик? Лопнул шарик, смотри. Вот это твой шарик. На. Нет, не нахуй. Что делаешь? Она считывает твой код. Все, зашла. А на компьютере не могу зайти. А потому что здесь камеры нет. Я тоже с этим кодом не могу зайти. Ну не знаю. Ну да, так вот. Fortnite в школе. Такую можно ставить? Да, можно ставить, что ты хочешь. Маргарита, беги!
Ты со мной еще будешь, что ли? Маргарита, быстрее в комнату заходи. Быстрее в комнату заходи. Все. Все, давай закрыть. Все, хватит. У меня уже рот болит от этого. Все, давай спи. Хватит. 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 Конфеты. Как папа говорит, Конфеты. Конфеты. Все, пока. Все, спокойной ночи. Так, как принцессы не хватает. Все, спокойной ночи. Макс, пошли. Все, Каролин, ты легла? Почему здесь мокро? Че? Ты спать ляжешь или нет? Нет. Вот вы закатись так в кровать свою. В кровать закатись так. Господи, боже мой. Что с ней происходит?